Как же устроен не очень-то и умный погреб? Значит, все управляется мини-компьютером Raspberry Pi второй версии. Можно и третью поставить. Вот. Здесь мы видим сам компьютер, а веб-камеру, которая смотрит на градусник. Вот. А здесь вот у нас на втором этаже. Вот, в коробочке находится модуль реле для Raspberry. Может, и Arduino тоже подойдет. Вот. Все это подходится вот на светильник, в который установлена лампочка накаливания. Лампочка накаливания дает не только свет, но и тепло. Также имеется вторая лампочка, принудительная. Она включается через выключатель. То есть даже если сгорит лампочка основная, которая управляется через мини-компьютер, можно будет посмотреть, что творится в погребе.